Народ, здравствуйте! Сегодня выбрался на снегоходе опять протоптать свою дорожку до болота. Ну, точнее, до самого болота здесь не проехать. Вот сколько дорога позволяет, столько протаптываю. Короче, блин, меня неделю не было. Я ездил в район, вот только вчера приехал. Снегу навалило, блин, блинский. Это просто невыносимо. Короче, сантиметров 30 было, ну 25, пусть там немножко он подседал уже, оттепели были. Ну возьмем 20, да, 25, 20. И короче, около 30 сантиметров пыхи сейчас еще навалило, да блин, блинский. Короче, ехал сейчас по полю, дорогу вообще не видно. Просто как будто в целик едешь. Сегодня у нас мороз. Мороз сегодня у нас минус 27 был с утра. Но я выехал попозже, в 11 часов. Уже было минус 24. Вот губы даже вяжет, говорить тяжело. Снег, этот пыха, знаете, как пыль. Он просто закуривает и, блин, весь в снегу, нафиг, все ветки, все за шиворот, все на голову. Все везде, нафиг, ветки. Ну, это вот эти ветви, они, которые раньше как бы, ну, позволяли проезжать, да вот, которые на дорогу нависают. А сейчас они еще ниже опустились, плюс еще сверху снег. Блин, заколебался ехать. Снимать это дело я не стал, потому что холодно, да и, блин, неудобно. Ну, смысл моего видео сегодня какой? Сегодня я взял лыжи, потому что без лыж сейчас вообще никуда не уйдешь. Вот. Здесь есть ручей. Вот на этом месте, вот тут такой возвышенность, да, бугорок. Борик такой сосновый, есть осина, елка. Ну, в общем, смешанный лес. Хочу сейчас скатиться до этого ручейка, здесь порядка 500 метров где-то до него. И хочу именно проверить сегодня, как держит лыжи. Потому что, сами понимаете, столько снега навалило. А мою лыжню, по которой я здесь, ну, которую пробивал до болота, ее практически не видно, еле-еле. Вот сейчас я хочу сравнить, как идти по старой лыжне и в целик. По какому месту будет идти проще. Сегодня я с ружьишком. Это у меня вертикалка МР-233А. На тот случай взял, если из лунок будут вылетать рябчики, то, ну там, может быть, тетерев. Соответственно, это будет быстрее и удобнее, чем с мелкашки. Да и сами понимаете, холодно, знаете, такое. Ну, не очень комфортно, конечно, когда особенно по чистому месту едешь. Блин, задувает капитально. Стекло даже не мог оттереть от снегохода. Все, знаете, такое мутное. Как мелкий-мелкий такой иней покрылся и, блин, не стирается вообще. Так, ладно, сейчас расчехлюсь, санки я развернул, одеваю лыжи и пройдемся до ручейка. Если найдем рябчика, найдем, нет, нет. Ну такая, знаете, проверка. Вам покажу наш зимний, по-настоящему уже лес. Знаете, такая синева стоит, вот, да, смотрите, вот только-только вот, можно сказать, ободняло еще, да, вот, еще даже день не наступил. А все равно такое ощущение, как будто бы уже вечереет. Хотя небо. Практически все ясное. Вот солнце чуть-чуть вышло и сразу же моментально заходит. Вот что значит декабрь, да? Самые короткие дни, длинные ночи, холодные, морозные и так далее. Ладно, расчехляемся и вперед с песней пройдемся. Прогуляемся, так сказать, по лесу. Опа. Взял сегодня тоже с собой термосок, как всегда. Кружки 3 примерно. Небольших будет. Неполный налил. В общем, как-то так. Так, проверим. С вами поздоровкаюсь. Пообщаться, кое о чем поговорить. Что-то новое, может быть, увижу. Соответственно, чехол суды. Так, я в карман сразу же 2 патрона положил. Чтобы это с патронташа не выдергивать, он тоже замерзает, кожаный. Я его весь брать не буду. Возьму только документы и ножик. Бесконтейнерная четверка, ее верхний, и контейнер пятерка в нижний. Это в основном на рябчика. Прогуляемся сегодня немножко. Знаете, у меня, короче, есть планы, сейчас я вам скажу. Ух ты. Сейчас документики надо взять. Так, так, так. Сюда. Сейчас, минутку внимания. Ну, возьму еще первого номера.
на тот случай, если вдруг глухарь будет где-то. Возьму один даже патрон. Даже, знаете, сегодня так сильно прям не рассчитываю на, ну, на что-то крупное. Хотя бы рябчика даже одного добуду, уже хорошо. Неделю у меня в лесу не было уже. Знаете, просто захотелось съездить и проверить. Ладно, вот буквально 4 патрона беру, так как иду не сильно далеко. Вот так. Вот, что я хотел сказать насчет планов. Так, в карман. Сегодня я одел 2 куртки. Блин, думаю, ружье падает. Блин, морозно, реально холодно ехать. Одеваю вниз обычную куртку. Она теплая. Так вот, таким макаром все. Обязательно, когда ходишь, надо снимать такие вещи. Так. Вот, по поводу планов. Знаете, сегодня немножко так поговорим о том, о сём. Хочу съездить до избушки. У нас сегодня что получается? Среда. На выходные обещают тепло будет. Ну, особенно после выходных, там, ближе где-то к понедельнику. Аж минус 7, даже минус 4. Не знаю, кому верить. Какому сайту. Вот. Но буду надеяться, что будет все-таки хотя бы не больше 10. Поеду в избушку. Если напарника никакого не будет, то возьму с собой собачку. Хочу с ночевкой съездить. Там живут тетерева в одном месте. Болото очень такое хорошее, большое. Я вам потом покажу, увидите. Просто как аэродром. Блин, чистое-чистое. И примерно оно длиной, ну, вот что так, примерно километр. Так. В общем, посмотрим. Блин, пакетик-то забыл достать. Сейчас он запарился, наверное, гад. Ну ладно. Ничего страшного. Красота. Горяченький чаек. Так, что еще? Что еще? А вот, насчет избушки-то. С ночевкой. Вот, посмотрите, теревов. Хотел попробовать поудить. Не знаю, что-то получится. Червяков уже приобрел. Мормышки кое-какие есть. Ну, там, посмотрим, короче. Быт у избы. В общем, хочу, как говорится, побыть наедине с тайгой. Вот так вот. Ладно. Одеваем лыжи, давайте. И вперед с песнями. Посмотрим. Кстати, манок тоже сегодня взял. Хочу попробовать. Будет отвечать на меня. Ну вот, ребята, захожу я на свою лыжню старую. У, лыжи-то вообще не катятся, как по песку. Вот это да. Вот мои лыжи. Еле-еле видно. Еле-еле. Да, чувствую. Далеко сейчас даже на лыжах не уйдешь. Вот это что-то с чем-то, ребята. О, лыжи уходят полностью нафиг. Это моя лыжня. Вот это да. Картина Репина. Да, смотрите, какая глушь, как в танке. Вот, смотрите, небо почти что все ясное. Вот оно, да? Вон сколько снега, смотрите, на маленькой елочке. Вот это снега. Лыжи вообще не катятся. Иду как на снегоступах. Просто жук, 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 жук. Вот, вот что значит на лыжах ходить по морозу.
Ничего, сейчас этот ручеек проверю, где в прошлый раз видел 7 рябчиков. Проверю, за одним лыжню проделаю, потом будет проще идти. В следующий раз уже по готовой лыжне. Так потихоньку, потом опять до болота пробью, где живут куропатки. О, видали, да? На одной маленькой лучке столько снега концентрируется. Да, очень тяжело ходить. Ну, по крайней мере, идти-то можно, но туговато. Если далеко идти, то не уйдешь точно. А, глухо, как танк. До такой степени тишина, что аж в ушах гудит. Блин, зимний лес по-настоящему. Красота-то какая. Лепота. Непередаваемое тютение. Класс. Чистый свежий воздух. Красота. Вон как березу загнуло. Все в снегу нафиг. Пройти тут как раз лыжня идет у меня. Только в стволы бы не напихать. Видите, да, шапка какая. Вот. Как за шиворот это все бахнется. Мало не покажется. Главное, в стволы не напихать снега. Тихонько пока бреду. Вот немного уже остается до ручья. Хочу именно ручей проверить. И там поженка есть. Ну, прям в лесу. Раньше там сено косили. Это все старые деляночные дороги. Туда подходят. Делянки рубили. Ну, давно это уже было. Вот. На этой поженке иногда бывают, живут там одна-две куропатки. Проверим. Там кустики такие, знаете, ёры. Как у нас говорят, ёры. Ну, ивняк. Смотрим. Так, чё? Нет, так нет. Самое главное, процесс. Я-то, конечно, за мясом хожу, но и то, и другое. И просто процесс. И мясо, если добудешь, это приятный бонус. Вот. Чё, путевки есть. До 28 февраля охота открыта. Плюс у меня еще есть привилегии. Я могу до 20 марта охотиться на куропатку. Отдельно выкупается госпошлина. Сейчас у нас закон такой. Есть. 2021 вступил в силу, что куропатка выписывается отдельно, но на нее можно охотиться до 20 марта. Так что есть у меня преимущество с ружишком походить на 20 дней дольше. Просто чисто буду искать куропатку. Рябчик, тетерев, глухарь, их уже трогать не буду. А вот куропаточку можно будет поискать. Соответственно, вам покажу, что смогу. Куропатка есть, но вот я сейчас для этого все и делаю. Лыжню пробиваю до болота. Вот так вот. Такие вот пирожки, ребята. Ну вот, спустился я с угора. Вот она, поженка там проглядывается. Вот здесь тогда рябчики-то были, вот тут. Вот в этом ручье, вон там видно густо-густо. Но они там самой чаще, к ним не подойти. Только если на авось где-то наткнуться, чтобы они вылетели и как бы в непонятках расселись. И в этот момент можно урвать минимум одного. Ну, сейчас по этой поженке вокруг пройдусь. Вот видите, там ёры, да? Вот, ивняк. Частый-частый там вообще не пройти. Вот в них бывают куропатки живут. По красоте пойдемте глянем. Что там у нас? Вот она такая вот. Метров 100 на 100 шириной, но она сильно очень заросла.
Вот середина, вот две елки, видите, да? Вот они. Это середина пожни. И все заросло вот таким вот ивняком, густющим. Вот туда никак не пролезть. Зайцы бывают прячутся, но следов пока никаких нет. Это тоже удивительно. Ладно, сейчас пойду до конца, пройдусь прямо. Если следов никаких не будет, буду возвращаться сюда назад и зайду в ручей. Вот, оказывается, куропатка-то была, смотрите. Вот следочки ее старые, запавшие. Вот тут была. Вот там вижу, ну там слабо-слабо видно кустов, но видно все равно, что было. Сейчас вот там, вот сейчас я посередине пожни, вот эти елки, да? Сейчас зайду вот здесь за эти березки, налево за поворот. Если там следов уже никаких не будет, то буду возвращаться назад. Ну, а так иногда посещаю эту пожинку, бывает, что наткнешься на куропатку. Были такие моменты уже. Что чем черт не шутит, как говорится, вдруг да что-то есть. Вот видите, да, дорожка старая. Вот. А тут что-то и покрупнее ходило. А нет, это все куропатки. Куропатка была, блин, не вовремя, как говорится. А где-то она рядом все равно. Вот горностайка бегал. Горностайка. Вот он сейчас тоже промышляет. Тот еще тип. Тот зайцев ест их. Вообще все подряд. Вот как раз за поворот зашел. Сейчас у тех кустиков еще гляну. Вот там дальше. Если ничего, то значит ничего. Да, тяжело идти. Вот сейчас это я с каждым десятком метров все больше и больше понимаю. Настало глухозимье. Никуда не уйдешь толком. По дорогам только на снегоходе ездить. А это я не очень-то люблю. Да, все старые следы. Свежих просто наотрез нет. Вот. Все, вот до конца поля дошел, пожни. Вот они есть, следки, вот были. И все. Не в нужное время и не в нужном месте я оказался, значит. Ну, какая красота. Красотища. Ладно, пойдемте назад, в ручей еще сходим. Нет, так нет, посмотрим. Красотень, смотрите как. Ух ты как. Небо такое, смотрите, интересное, да? Ну, красота. Видите, какая траншея, да? Это я вот сейчас вперед сюда шел. Сантиметров 20 точно проваливается. Вот такая траншея. Назад-то хорошо идти. Более-менее. Но лыжи не катятся. Вообще наката нет, знаете, как по песку, реально. Не, на лыжах самая комфортная ходьба. Это где-то минус 8. Ну, минус 10 максимум. Ой, сейчас, ладно, в ручеек зайдем. Там дорожку протопчу до бора и назад. Буду надеяться, что где-то в лунках сидят наши рябчики доблестные. Все, собственно, я в ручье уже. О, смотри, какая гуща. Вот как тут идти? Вот никак не пройдешь. Вот здесь они были. Прямо вот на этом месте. Вот такое чистое место вот здесь. Вот тут было их 7 штук. Вот сейчас сколько насвистываю манком, ноль эмоций. Где-то в лунках сидят. А конкретно где? Это загадка.
Ладно, сейчас здесь еще немножко покручусь. Надо будет передохнуть, чай попить. Да. Глухо. Жесткая глухомань, ребята. Просто офигеть. Знаю, что они тут есть. Ну, я имею в виду рябчики. Не получается найти. Заныкались где-то, вот знаете, плотно сидят. Я даже более чем уверен, что где-то метров 20 от меня, 15, я где-то их, возможно, уже проходил. Не поднимаются и все. О, гордая птица, вертолет летит. Ну что ж, сейчас немножко остыну. Фу. Потеешь, однако, все равно. И только разденешь, блин, холодно, сразу моментально замерзаешь. Иначе никак. Сейчас немножко остыну. Чаек глотну. Переведу, как говорится, дух. Все на одном дыхании, как говорится, шел-то. Не отдыхал. Кстати, сейчас посмотрю, сколько прошел. Что может быть приятнее, а? Чаек горячий. Сейчас, секунду, внимание, ребята. Глянем, сколько же я прошел. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. О. Вот то, что красным. Это мой трек, видите, да? Сейчас скажу. Так, прошел я 4 километра. 4 километра 970 метров. Вот и да. Вот если сюда посмотреть. Ну, почти 2 часа хожу уже. Ладно, пусть пока пишет. Потом посмотрим. Тоже как бы немало, да, по такому снегу пройти. Тоже надо еще умудриться. Блин, лыжи это не катятся, что хреново. Под горочку где-то спускаешься, надо все равно идти как медведь. Короче, что прямо, что под гору одинаково. А в гору еще в 2 раза тяжелее. Птичку хочу найти, но не могу. Боровую птичку очень люблю. Куропатка. Рябчик. Тетерев, глухарь. Это моя любимая птица. Я имею в виду зимнее время. Весеннее, осеннее, естественно, там уточка бывает еще. Медведь, лось меня не интересует. Да и лицензии у нас дорогие на него. И в такой тайге хрен ты его найдешь. Вот сколько охочусь, я, может быть, раз 5 всего лосей видел, и все. Где-то там в Кировской, Вологодской области этих лосей как грязи. А у нас такого нету. Поэтому вот постоянно задают мне вопросы, почему на лося, на косулю не охотишься. Косули, во-первых, нет, кабана нет, бобра нет. Олень очень редко, я никогда в жизни здесь не видел. Лось есть, но он здесь, у него такое, знаете... Как сказать? Ну, прячется он в наших местах здесь. И здесь он проходом. Он здесь мало живет. Немножко задерживается и как бы у него через нас здесь переходы. Так что вот такая вот история. Я любитель, охотник. Любитель по боровой, по водоплавающей дичи. Заяц, лиса. Что-нибудь такое, знаете. Кому как. Кто-то лосей долбит,
Я считаю, что это в больших количествах, тем более, это грех. Ладно, все, попил чуть-чутка. Видите, какая синева, да? Ну все, уже вечереет. Блин. Кстати, время-то не посмотрел. Я вообще успел, чтобы затем прийти домой. Время у нас 15 минут первого. Бляха, в 2 часа уже начинает, ну, нормально так темнеть. Надо успевать. Назад еще как-то идти. Ладненько, пойдемте назад до снегохода, там посмотрим, может, что будет. Не будет, так не будет. Главное, процесс соединения с природой. Блин, класс. Фу-ху-ху. Ну, назад-то куда лучше идти? Конечно же, на лыжах. Лыж нет. Пришел. Приволокся, так сказать. Везде слышно, бураны жужжат. Ладно, сейчас тоже буду жужжать. Все, я на месте. Заметили, да как резко потемнело. Хотя прошел-то, может, 1,5 километра всего. От того места, где чай пил. Ладно, сразу же разряжаюсь. Уже вряд ли здесь кого увижу на обратном пути. Патроны в карман положу. Пусть будут там. Вон как обледенело все. От куртки как бы тепло идет сквозь куртку и вот прилипает прям. Весь ствол в шерсти. Ладно. Лыжи снимаем. Вот такая вот нынче охота. Осенью можно весь день ходить и уже и надоест нафиг. Пойдешь домой, поспишь. И еще, в принципе, светло, можно какие-то дела поделать. Сейчас, блин, все наоборот. Часа 3 походил, если это хорошо. Потом все темно забирает уже. Надо успевать, надо пораньше. А пораньше оно еще темно и холодно. Сегодня даже как-то лыжи кажутся какие-то тяжелыми. Все, ладно. Зачехляюсь. Двигатель прогреваю, чай пью и поеду домой. Не знаю, завтра по прогнозам на 2 или на 3 градуса потеплее будет. Если все-таки так будет, ну, верить прогнозу, то поеду в то место, где добывал тогда на одном месте 2 глухаря. Там дорога хотя бы пошире, можно на снегоходе проехать. И там у меня дорожка уже была протоптана. В общем, как сказать. Ну, все по возможности, посмотрим. Если что-то будет, естественно, вам покажу. Попробую добыть, соответственно. Не знаю, правда, что буду брать, ружье или мелкашку. Посмотрим. Если мороз, то, соответственно, ружье. Ладно. Поехал я домой. Вам желаю удачи на охоте. И давайте до встречи.